нынче бабушки на джипах, сумочках, айпады. И вот здесь можно зажигают на тусовках, да. Бабушки как надо. О, бабушки как надо. Прям задаем. У финалистки проекта Ирины Припутиной сегодня третья репетиция. Особых нареканий у наставника уже практически нет. Отрабатывает только интонации и ударения. Слова «все хорошо». Хочется наглости. Да. А песню провоцируй. Или улетели. Ирина Николаевна играет на разных музыкальных инструментах и работает в плавательном бассейне. Петь любила всегда и везде, а песню для финала, близкую по духу, выбирала сама. Александр Павлов, наставник финалистки, был обескуражен с первой ноты исполнения. Удивила? Удивила. Чем? Да всем. Просто, не знаю, кладезь энергии, энергетики такой... Не знаю, вот просто вихрь, ураган. Она, не знаю, артистка по жизни, видимо. Это, наверное, призвание. Ирина Припутина всегда мечтала поучаствовать в конкурсе. И когда услышала про кастинг «Проснись, пой», поняла, что это ее шанс. С кем из наставников работать было не принципиально, потому что и Рустам Зайченко, и Александр Павлов для нее профессионалы с большой буквы. И каждый из них смог бы научить ее чему-то полезному. Я хочу победить, только победить. Уже в декабре состоится финал проекта «Проснись и пой». И зрители программы «Наше утро» узнают, кто же победил.